Однажды мы решили сходить в кинотеатры в Бангкоке и посмотреть, чем же они отличаются от наших, и нашли одну интересную особенность, о которой я расскажу позже. Сам кинотеатр внутри выглядит очень красиво, все в ковровых покрытиях, зеркалах, подсветке, и все очень дорого и богато. Билеты наши стоили 350 бат, мы ходили в обычный зал, но на улучшенные кресла. Здесь можно выбрать сеансы, где фильмы идут на английском языке, но субтитры тайские. А перед началом любого фильма обязательно включат гимн королевства. Но еще здесь есть зал первого класса, который очень отличается от обычного зала, и я расскажу о нем в следующих видео.